Это история неудач. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд. Добро пожаловать в Брест. Небольшой провинциальный город на границе под хмурыми облаками. Радиоэфир, наполненный голосами на четырех языках. Узел, сплетенный из дорог, рельсов и очередей грузовиков на таможнях. Перевалочный пункт. Последняя остановка несуществующей больше империи. Надежные двери от ваших к нашим, сложенные из оплавленного войнами камня крепости. Перед вами тысячелетний каменный феникс, переживший смены флагов, великие войны, Холокост, соцреализм и те самые лихие 90-е. История этого города – это история людей, которые шли своим путем, вопреки эпохе и наперекор вероятностям. И несмотря на то, что многих уже и не вспомнить, сегодня мы расскажем хотя бы о некоторых из них. Но о многом расскажут и они сами. Я скажу, самые первые и ранние в Бресте, которые можно было как-то назвать каким-то, хоть каким-то роком. Вот потом появилась группа «Удар». Но «Удар», она, хэви-метал, то есть даже не хэви-метал, а hardened heavy. Она такая очень интересная в этом плане, а в плане того, что они играли, все-таки уже начали играть какие-то и свои вещи. То есть это уже был не окончательный какой-то кавер-бенд, да? А играли свои вещи. Вот это уже было интересно. Let's go.
Так, начиналось все в 66-м году. Это когда я родился. Это началось. По-настоящему началось в 70-м году. Когда мне было 4 года, я услышал Black Sabbath, Creedence. И до сих пор они у меня как мама в башке там торчат. Вот. Ну, дальше пошло. Магнитофоны, кассеты, диски, много чего. В 78-м году я купил первую гитару себе, как обычно, акустическую, 18 рублей, Борисов, и чехол к ней 1 рубль стоил. Получилось 19. Она была семиструнная, я ее переделал на шестиструнку. Потом, когда уже узнал аккорды, там, ну, вот это очень долго рассказывать про аккорды, уже так быстро. Вот. Ну и начал на ней, потом чувствую, ого-ого. Вообще я на пианино очень хорошо играл. Ну, я с ним завязал, потому что мне его очень тяжело было носить на репетиции. Вот поэтому я с ним и завязал. И перешел на гитару. Я пошел в училище учиться еще до армии. И со мной попал в группу такой Артюх Толик. Вот он играл в свое время. В то время уже играл в ансамбле на химзаводе. Ну и как-то с ними ходил на репетиции на ихние, так сяду украдкой. Они были все старше меня, эти ребята. Вот Роберт, который со мной играл, Буров. Они на год были старше, но по тем временам год, если на год старше тебя товарищ, это значит, что он старший. То есть разница ощущалась сильно. Да сейчас там год, два, три, ты, а там уже считали старше. И вот я приходил украдкой, садился за барабан, там он пошел на перекур, там или в очко. И так потихонечку стук-стук-стук-стук-стук начинал. Вот так что, если бы не Артюх, наверное, я бы не начал бы играть бы. Я такой парнишка смышленый по жизни. У меня там все так быстро пошло очень. Так быстро-быстро. Я быстро научился играть. И в конце концов, там, когда уже они вот пересели на вульку играть, танцы, там у них прошел конфликт такой, конфликт интересов. Опять же, на этой почве. Там какой-то нахуй-нахуй. Ему сказали: Толик, уходи, короче, а ты, малыш, садись за барабаны прямо во время танцев. Я усел за барабаны во время танцев прямо. То есть, да, репертуар их знал досконально. И сыграл танцы. И вот с тех пор я начал играть. И на четвертый день после армии, на четвертый день, я первый раз пришел, только выспался и пошел по всем корчам. Где какие ансамбли, где нужен гитарист. Все было забито, все было забито. Потом где-то на третий день пришел на БЭМС. Не к удару, они удар не назывались, это была группа, цветок этот в горах, Эдельвейс, группа Эдельвейс, про нее будет отдельный разговор. Мы говорим: ребята, нужен гитарист? Робик говорит: ну поиграй. У них был гитарист, был, а я лучше сыграл. Робсон говорит: извиняй. И на четвертый день после армии я уже с Эдельвейсами играл концерт уже на БМЗ, Малежика, этих самых. Снится нам не рок от космодрома, там, Земляна, ну, короче, вот, возьмите вот 79-й год, нажмите на кнопку, высветится все, что мы играли. Концерты вот эти такие заводские, 40 лет юбилею, строят цеха номер 5, там, еще что-то, ну, обычные советские дела. В 80 примерно, в 8-м или 89-м году иду я мимо пединститута, тогда это так называлось, и в старом корпусе слышу, кто-то, значит, фигачит на живых барабанах. Вот, причем, судя по всему, две бочки, в общем, какой-то такой хард-рок. Вот. Опаньки, интересно. Вот. Захожу, вот, наблюдаю трех мужиков, значит, один такой весь такой из себя стоит с треугольным белым басом, вот, второй, значит, с гитаркой в углу примостился, и барабанщик, что-то там, две бочки, там, вот. Вот я так, опаньки, такие, значит, взрослые дяди, вот я такой какой-то школьник, говорю: а можно у вас там на репетиции посидеть? Думал, мальчик, там, значит, иди отсюда, вот. А этот гитарист, который, значит, сидит в углу, такой волосатый, тоже какой-то антуражный, говорит: а ничего, что, садись, садись. Вот. Врубает там свою примочку, вот, и что-то как запилил, у меня челюсть как висела, так и упала. Вот. Гитаристом после этого оказался Юра Колычев, с которым до сих пор дружим. Ну, я надеюсь, что не только я, собственно, знаю, что не только я. Вот. Так я попал на репетиции к удару. Вот, впечатление было, ну, то еще. Золотой их, так сказать, период, когда они тут гремели на весь Брест, вот, были такими это, динозаврами. Вот, и я стал регулярно ходить на репетиции, значит, наблюдал, как такие, как это, маститые гитаристы а-ля там, Павлов, ну, и, ну, Пряхин там редко появлялся, ну, в общем, так собирались.
и Юра Колычев там делал свои там запилы 32 нотами. Вот, и они так смотрели, это как? В общем, забавно было. Вот, но тем не менее, по крайней мере, посмотрел, как играется хард-рок вот так вблизи. Вот одно дело было слушать на пластинках там Чернокофе, другое дело было познакомиться с музыкантами, которые к этому времени уже что-то из себя явно представляли. Как группа «Удар» называлась? Вы вам рассказывали, наверное, нет? Вы даете. Короче, Эдельвейс, Эдельвейс. «Ритмы границы» 87. Это первый фестиваль такой для Бреста именно, ну, такой рычащий. Мы вышли в шипах, в этих, в кожах. Это вообще ария там еще в матерчатое было, когда мы уже железные были. Это самое. Вышли и опаньки. Говорит, прямо перед выступлением, говорят, Эдельвейс, это же зондеркоманда фашистская. Не, а у нас тут комсомол. О, меняйте название. Мы стоим уже с гитарами, уже только выходить. Как назваться? Лифт. Кеды, блин. Там еще что-то. Потом кто-то ляпнул. Удар. А уже говорит, а на сцену выходит группа. Мы так, удар. Удар. И вот так это название вот так появилось. И мы вот вышли. Долбанули 5 песен. Мы их 5 песен эти репетировали месяца 3. Ну, чтобы отточить уже, знаешь, такой мандраж немножко, сцена, все это, чтобы доказать, что хэви-метал все-таки есть, а руки сами уже, ну, автомат там уже такой. Рок-группа «Удар» задает тест на разрешение давать концерты. Ну, этот самый, как это называется вообще? Экзамен, ну, так, по-домашнему, так скажем. Но экзамен проходил в нашем музыкальном Брестском училище. Сейчас он колледж, там, это было Брестское музыкальное училище. В жюри сидели, тоже не скажу кто, я так немножко помню, 3 человека. Мы играли втроем. Барабанщик, у Славки барабаны вот так вот стоят. Ну, не вот так, а вот так. Славка сам вот такой вот, то есть его не видно, то есть одни барабаны. Я весь в этих полосатых штанах, тут бантики, тут все, там цепочки, там все. Робсон стоит тоже такой, как попугай весь, и поет. То есть мы вдвоем практически. Мы играем в две гитары. Ладно. А, еще Валерка Сучок с нами играл. Вот именно на этом экзамене он с нами играл, Валера. Отыгрываем. Я бегаю перед этим жюри 1,5 часа в своих полосатых штанах. Что я там только не выделал. Ладно. Отыграли хорошо, чистенько. Потому что я говорю, ну, подготовка сильная была. Хотя пару песен, но мы над ними очень сильно работали. Ладно, все, отыгрываем все мокрые, выходим в этот самый, в передевалку, в гримерку. И жюри заходит. И ко мне самый главный жюри подходит. Ну ты молодец, так на барабанах играл. Я так, Славка, я перед ним вот 1,5 часа вот так вот стоял, а он говорит, ты так на барабанах играл. И, ну, я уже так думаю, да черт его знает, может, выпьешь и не выпьешь. А потом подходит еще второй жюри, говорит, а он какой-то белорус там, или поэт, или кто он там, не помню, ну, в общество какие-то входил там. Говорит, все добро, хлопцы, тики у тебя гитара, говорит, расстроена. А у меня уже тут зажато, все зажато. Ну, так, нормально настроено. Я говорю, а с чего вы взяли, что она расстроена? То у тебя же колки криво стоять, они должны ровно вот так вот быть. А у тебя криво стоять. Можете себе представить, какое жюри и как вот надо было сдавать экзамен, если я перед ним бегал, он говорит, ты барабанщик, а второй подходит, у тебя гитара расстроена, потому что колки криво стоят. И таких нюансов много было, конечно, много. Есть такие, что не хочется рассказывать. И именно вот с этих жюри, вот такие вот там хлопцы такие, деды вылазили какие-то. У вас нема ритму, что-то такое. Yeah.
И продержалось оно 2 года. До 89-го года. С 87-го по 89-й. Вокалист уехал. Там немножко у кого-то семья. Перестройка, денег нету. Обычно бытовуха. Это у многих такое было. У многих. Записали, значит, практически один альбом. Но такой навсегда, так скажем. А, кстати, вот в интернете появилась фотография наша. Удара. И подписанная Вепри, какого-то там, суицида какого-то там. Так вот, уверяю, эта фотография к этому словосочетанию не имеет никакого отношения. Я не знаю, кто-то вообще придумал такой фейк и всунул в интернет. Может, какая-то группа там и была, существовала, но это точно не эти люди, которые изображены на фотографии. Это группа «Удар». Однозначно. Аппаратура была убита, я вообще промолчу. Когда мы играли, помню, в Гершонах, у меня был барабан малый, и там внизу, кто знает, подструнник находится. Вот внизу пластика не было вообще, подструнника, стоял ящик с гвоздями. Чтобы было это тр-тр-тр-тр. Короче, вот такая история была. Микрофоны на батарейках, ну это была отдельная история. Батарейки где-то там сели, ищем батарейки, ой, это было... Пластик, я про пластик вообще не говорю, пластика не было, была кожа свиная такая, клеенная-переклеенная. Но зато главный энтузиазм был огромнейший. Если бы мы не хотели играть, мы бы не играли бы. Это сейчас у молодежи, там пошел в магазин, купил все, что захотел. Там, если денег нет, купи бэушную вещь, она будет дешевле стоить. Но есть все, тогда не было ничего. При каждом предприятии, подчеркиваю, был свой клуб. И был свой ансамбль. То есть ансамбля, может быть, не было, но комплект аппаратуры был железно. Потому что тогда проводилась такая деловечная работа, что молодежь должна заниматься, то есть там спортивные секции были, кружки. Вот я знаю, везде там были хоккейные площадки, заливались в каждом дворе зимой. То есть молодежь не должна была клей нюхать по подвалам, а должна была заниматься музыкой, играть в футбол, в хоккей. И вот при каждом клубе был комплект аппаратуры. Побогаче предприятия. Там уже была такая посерьезнее аппаратура. А такие клубы деревенские, ну что там было? Был такой Бережков покойный вот на Ульке. Играешь там, все самодельное. Был такой Толик, там, наверное, тоже уже покойный. Сам он динамики мотал. И вот он приходит, этот Бережков, а там пробили пластик. Он посмотрит, ломайте, мальчики, ломайте. Итак, мы говорим, а что делать, ну? Ну, надо идти в отдел культуры, денег просить, короче, на новую кожу, на новый пластик. Ну, в общем, было немножко сложновато, но давали деньги, всегда давали. Все по перечислению, дают тебе бумажку такую, на столько-то рублей ты идешь в ЦУМ, в ЦУМе только можно было отовариться, и в Мелодии, по-моему, не помню, что в Мелодии, но в ЦУМе точно. И там покупаешь 10 пар палок этих сосновых. Ну, их на трое танцев хватало. Ну, такие дела. Гитары дорогущие. Штаны продавали, чтобы гитару купить. За струнами, которые стоили 14 рублей, ездили в город Рига, чтобы их купить. Туда 18 рублей билет и обратно, а струны всего 14. То есть на дорогу отдавали намного больше, чем это самое, на струны сами. Гитары, значит, тогда стоили хорошие очень, 2500 рублей. Долларов тогда не было, ничего, 2500 рублей, это дом можно было купить, такой вот легенький, ну. И покупали, привозили, покупали. Примочка 450 рублей американская стоила. Тоже очень дорого, конечно. Но тоже продавали штаны и играли. Вот, аппаратуру чехословацкую закупали, заводы в основном. Тесла, вот этот такой хороший был аппарат. Там полностью и пульт шел, и микрофоны. Ну, все, вот берешь, только гитару включаешь. Все. Клуб «Вулька». Такой маленький, знаете. Вот там, в основном, там делали концерты, между прочим. Потому что если где-то замутить концерт, ДК брать или еще что-то, тоже было очень ответственно. Этим занимался комсомол. Набирали 15 групп. Сначала проходили отбор. Все играли. Можно их пускать, не можно их пускать. Я тебе говорю, чтобы выйти на уровень, это не надо ходить на работу. То есть вот это должно стать твоей работой. Это пахать и пахать. Я в 17 лет тёгал мешки, и я знаю, что музыкой заниматься может даже тяжелее, чем тёгать мешки. Именно настоящую, вот каждую нотку этой одежды,
эти телефоны, эти записи в студии бесконечные, это мраки, большой кусок работы. То есть, если ты ходишь на работу, для музыки не хватит. А на работу вынужден все ходить, потому что на струны не хватит. Просто-напросто. Ну, такое вот колесо. Тут все вместе, понимаешь? И люди, и новое поколение, и интернет этот задолбал. Потому что чего ходить, если можно кнопку нажать? И вот такая вот кашанина. Гитару купить? Тьфу, расплюнуть. Ну, пусть даже китайская или что-то. Усилитель, да вообще. То есть нет вот такого... А, есть, ну есть. Вот если бы не было, как раньше, тогда бы уже бегал в Ригу за струнами пешком, как я рассказывал. Какой-то доступ ко всему, и поэтому так вот, черт его знает. Менталитет у нас люди такие. Я говорю, нам просто разрешили. Можно. А потом все равно, а, можно, ну и хватит. Остыли, вот так скажем. Любителей это много поставить. Может, кто-то вот прям вот тоже людям по 60 лет, они сидят в такой комнате, им больше ничего не надо, и валят. Я могу сказать, общее считать, сейчас музыка никому не нужна. Вообще. У людей сейчас другие проблемы. Это, вот сидит человек молодой дома, там какой-то концерт, где-то там прочитал или в интернете увидел. Завтра выступает там группа какая-нибудь там, Пупкин Сюськин. Он включил интернет, посмотрел концерт, все нормально, короче. Зачем куда-то идти? То есть это немножко... Интернет отбил желание людей куда-то ходить. Не у всех, конечно. Есть люди, которые любят живую музыку. Возьмите даже вот рестораны, да? Там сейчас нету живой музыки. Один ресторан в Бресте, я знаю, где играют живые барабаны. Где играет Колычев. Все. Остальное все. Пионер с ноутбуком. Если он умеет петь, это хорошо. Не умеет петь, пойдет, короче. И гнусавишь его там себе. Есть же сейчас много молодых людей, которые хотят играть. Просто у них не хватает усидчивости. Вот, вот это моя 100% точка зрения, я в этом уверен на 200%, что им не хватает просто усидчивости. Они, молодежь нынешняя, не обижайтесь на меня, ребята, ленивая. Ленивая. Мы занимались, мы хотели играть, мы занимались каждый день 6 часов. 6 часов. Каждый день 6 часов. Если ты хочешь чего-то добиться, надо это делать. А так просто там, вот, ну, конечно, татуировка это хорошо, но это второе же, это вторичное. В первую очередь научиться играть, а потом уже отрастить волосы. Так же, как научиться балерине сначала танцевать, а потом одеть пачку. Она не оденет пачку, не пойдет, что я балерина. Она сейчас пока что танцует. Даже музыкант должен сначала научиться играть, а потом уже растить волосы. А вообще, ребята, знаете что? Скажу одно. Рок-н-ролл жив, он жил и будет жить. Рок-н-ролл forever. К сожалению, время всегда бежит только в одну сторону. Но, к счастью, потрепанную магнитофонную кассету с историей брестского андеграунда все еще можно перемотать назад. И, честно говоря, мы не знаем, была ли наша история летописью неудач. Решать вам. Наши герои так и не научились вместе со всеми плыть по течению и навсегда останутся на старой пленке, неизвестными, молодыми, пьяными и полными надежд. Станет ли этот эпилог эпитафией, должны сказать те, кто прямо сейчас выходит на сцену или на улицу со своими песнями, своей верой и своей неудовлетворенностью. Они напишут новые истории, вероятно, сюжеты будут теми же, но пока их слушатели будут стоять перед сценой, до самой последней песни ничто другое не имеет значения.